Так, друзья, мы на кладбище. Вот смотрите, сколько людей. Вот секьюрити. У них тут место. А вот и выражайте. Ну, короче говоря, Галю не встретила. Но Галю, может быть, я увижу здесь. Вот, смотрите, как тут на кладбище все происходит. Ну, падре поет. Люди слушают, стоя. Вот они приносят такие лампадки, свечки. Много-много. На каждой могилке они стоят. Вот двойная могила. Наверное, мама с папой. Смотрите, сколько наложено. Красиво. А с живыми цветами. Красиво. Целая семья там стоит. С коляской, с детьми и женщиной. Люди уже уходят. Думаю, наверное, и мне пора. Я тоже пришла с букетом. Теперь надо что-то с ним сделать. Наверное, найду сейчас более-менее православную могилу. Ну, положу. Спокойненько. За упокой. Так, ну вот я нашла могилу какого-то Михаэля. В 50-м году он умер. 57 лет ему было. Вот эту свечку ему принес кто-то. Ну, кто-то помнит. А я ему вот поставила цветочки с агарянской солью. Друзья, место окончено, люди уходят.